Хей, йоу, гайз, с вами Шимки, и мы продолжим проходить игру под названием Зеркало Тайн. У нас открылось новое зеркало, мы спасли какой-то там травяной мир. Вот, как вы видите, вот он. И у нас осталось еще два уровня, два мира, так сказать. Добро пожаловать, добро... Должно быть, ты Ева, мама Шарлотты и Томми, верно? Пожалуйста, помогите мне. Мой мир высыхает. Вся вода куда-то исчезает. Оставив это, я сделаю для тебя и твоих детей все, что в моих силах. Это что, золотая рыбка? Плавающий тайна. Nimbus is a kind and gentle fish. Безобидная и короткая. А короче, Нимба безобидная и короткая рыбка, но не сейчас. Но сейчас она пугает. Напугана и очень голодна. Если вы немедленно ее покормите, то возможно она подберет код для замка. Пузырьки жри. Я смотрел Немо, там пузырьки жрали. Так, там что-то есть, хорошо. Нихера себе тут агрегат. Так, разбитые кувшины, разбитые вазы. Ракушка мне не нужна. Кажется, из ракушки нужно будет что-то открыть, и там я получу то, что мне нужно. Так, ладно, сначала посмотрим, что у нас все разбитое. Это камешки или что-то такое. Кажется, я уже начинаю быть в тупике. Так, ваза. У нас есть ваза. Готово. Так, вазу мы положим сюда. На место. Деталь агрегата. Окей, еще одну часть нашли. Синяя какая-то херь. Вот это, походу, ножки эти. Если это ножки. Это игрушечный человечек. Так, окей, что у нас вообще-то за мир такой? Игрушечный мир? О, я думал, мы типа в морском мире. Маленький кораблик. Раньше уровни воды были выше, мне нужно позаботиться на плотину. Короче, мне нужно взобраться на плотину, чтобы понять, что происходит. Так, что происходит на... Но чтобы туда попасть, мне понадобится веревка. А то, что тебе не устраивает, да, то, что это игрушечный мир, во-первых. Так, ладно, игрушечного солдатика поставим. Так, палку. Палка-палка, ракушку где-то можно найти. Так, еще вижу какую-то херь. Непонятные вещи, перья. Так, перья. Где-то еще одно перо вижу. Окей. Так, мне нужна веревка. Эта веревка мне не сойдет. Может, эта веревка тоже не сойдет. V-образная закрученная. Значит, это. Какие-то хери непонятные. Одну вижу эту непонятную херь, вторую я не вижу. Но я вижу мачту, куда это я могу поставить. Так, мне нужно сделать мост. Мост я хер сделаю, пока не найду эту деталь. Да? Кажется, это она. Да. Так, отлично. Другое место. Маленький... Так, это здесь был. Маленькая трещина. 21 деталь. Так вот, почему вода исчезает в стене отверстия. Посмотрим, что я могу сделать. Уверен, что я смогу найти что-нибудь, что остановит протечку. Протечку. Да, у нас есть клей. Эти игрушки могут пригодиться. Например, этот солдатик щелкунчик. Когда вы считаете. Как вы считаете? Интересно, где же можно его применить? Что ж, я уверен, что вы обязательно найдете ему применение. Щелкунчик, щелкунчик. Значит, нужно где-то найти орех. Это мост. Сто пудов мост. Непонятные листья. Так, палочки. Еще две эти палочки. Или это не эти палочки? Так, заводная игрушка. А, это... Блин, я думал, это мост.
А это солдатик, оказывается, молоток. Хорошо, скотч, клей, скотч, перо. Кнопка. Кажись, кнопка. Веревка. Еще одно перо нужно. Так, веревку еще вижу. Палку для солдатика. Так, давайте сначала. А, мне еще нужна какая-то херь. Я понял, класс. Что мне за это дало? Ничего, ладно, зато я нашел кнопку. Так, две еще палки. Раз палка, два палка. Снова какое-то перо. Так, вот это уже мост. Какое-то перо, но я его не вижу. Это отражение. Очень слабо видимое перо. Вот это. Все, больше здесь ничего нету, потому что два у нас неизвестных. Отлично. Так, игрушечный домик. Побежали. Детям бы очень понравилось это место. Кажется, это медвежонок. Любимая игрушка Томми. Любимая игрушка Томми. Хорошо, какие-то палочки. Непонятная херь. Непонятная херь, камни и решетки. Так. Клей. Так, окно нужно найти. Это, походу, вот это окно. Так, часть окна. Камень или губка, камень или губка, камень или губка. Так, и все. Нет, еще нашел херь. Каплю, походу. Камень, камень. Палка. Блин. Так, водичка еще есть. Так, еще одна палка, палка, палка. Хорошо, это помещаем обратно, чтобы главное мне ничего не засоряло. Еще один камень черный. Окно. И непонятная вещь. Во-первых, непонятная вещь. Что это вообще может быть такое? Тоненькую палку нужно где-то найти мне. Оно снимается? А, это кусочки клея. Даже так. Так, пленка. Это похоже на презерватив быстрее. Кусочек камня зато теперь еще нашел. Так, здесь где-то кусочек стекла. Вот это, да, ты, походу? Сухарики, сухарики, флинт. Небо. Небо, небо, небо. Лепесток не нажимается, ничего здесь не нажимается, наберет. Скорее всего... Что это за палка? Ты? Во, нашел палку эту. А тебя давай я так найду. Можно было тогда сначала взять его, а потом уже на окно херячить. Все отлично. Окей. Начнем с плавающего мира. Так, это корм для рыбки. Инструменты. Часть ключа 2. Тут два части ключа. Нож. Херь. И еще где-то часть ключа. Вот это он. Да, это он. Так, во-первых, я не знаю, что это и зачем ключ. Я не видел ни одного места, где нужен был ключ. Не, да не. Или да? Не. Что это такое мигает? Окей. Поехали далее. Здесь уже, чувствую, уже ничего не сделать. Да. Следующий у нас был это маленький кораблик. Маленький кораблик. Так, яхта, бухта, мост. Отлично, двери. Что здесь? Рычаг. Так, здесь можно часть пера найти, ракушки. Ракушка, ракушка. Разместить.
Так, здесь парус есть, перо. Чё, так, вижу перо. Отлично. Это я уже знаю применение. Так, где-то вещи. Все. Да, все отлично. Это мир зачистили. Идем тогда на маленькую трещину. Так, перья тебе. Все. Я не думаю, что это то место, куда мне нужно было прийти, но я просто ничем это не могу закрыть. Я могу только ракушки, у меня есть... Флаг... А, стой, тебе. Ё-моё. Жемчуг. Ништяк. Серьга. Окей. Так, теперь игрушечный домик. Так, это пуговица, это у нас глаз. Мишки, дом. Ключ как раз от дома. Ну, пока я в дом не зашел, отдам челику флаг. Теперь можно заходить. А, то есть кусочек стекла. Окей, это мы сейчас пойдем с вами склеим. Да, пойдем склеим. Так, раз. Отлично, нам дали болтик. Это водоросли. Все, короче, остался последний у нас. Водоросли, раз. Спасибо тебе, что спасли наше королевство. Вот два осколка зеркала, надеюсь, они тебе пригодятся. А ракушки? Спасибо за доброту. Твой мир очень милый, Шарлот. И Томми обязательно бы здесь понравилось. А. Все. Ну, мне сейчас осколки дали, почему я не могу уйти? Я совсем зол. Люди такие впечатлительные, что у них это раз удивлен, то что-то там. Когда и все закончится. Вы ничего не сможете сделать. Ваши задания будут выполнены, только когда я это захочу. А ваши дети будут освобождены только когда у меня найдется на это время. И никак не раньше. Ох, чувствую, это будет... И после вот этого еще будет этот, если он меня не хочет пропускать. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.